Благоустраивать разделительную полосу на Южном шоссе начали в прошлом году. Заброшенную территорию привели в порядок. Высадили почти 1000 деревьев и более 8000 кустарников. Был поменен полностью грунт, высажена газон, трава газонная посажена. То есть данная территория приобрела новый привлекательный вид. В этом году на этой территории появились 4 топиарные скульптуры на футбольную тематику, которые установили сотрудники МП «Спецремстрой Зеленхоз». По заказу Самароводоканала заканчивается монтаж букв, название города. Надпись «Самара» на Южном шоссе водители будут замечать издалека. На больших буквах установят почти 70 фонарей и 3 мощных прожектора. Кроме подсветки, стелу украсят цветами. Дизайнеры выбрали для этого ампельную петунию красного оттенка. Захотелось придать какое-то строгим буквам какое-то такое мягкое и живое звучание. Поэтому они должны разрастаться и истекать таким каскадом по всем буквам. По поручению главы города Олега Фурсова обновлению въездных групп уделяется особое внимание. По заказу Департамента городского хозяйства и экологии обновляют и 4 стелы на въездах в Самару. К ремонту приступили в начале сентября. Будут поменены сами буквы на такие же, но из долговечного композитного материала. Будут приведены в порядок постаменты бетонные. Они также у нас облицовываются композитным материалом. Завершить ремонт стел планируют до конца ноября. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.